Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между клубами Рен и Динамо Киев. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Смотрим, как соперники отыграли второй тур этой Лиги Европы. Во втором туре киевская «Динамо» минимально проиграл домашний матч «АЭКу». Как и ожидалось, игра проходила с небольшим количеством голевых моментов. Соперники забили по одному голу, но гол хозяев отменил ВАР, зафиксировавший офсайд. Победный гол на счету Адама Дьюрча, который на 8-й минуте матча точно уложил мяч со стандарта в верхний угол ворот Дениса Бойко. У Киева было территориальное преимущество, но оно практически ничего не давало хозяевам. Голевых моментов киевляне практически не создавали. Рен не смог удержать победный счет 2-0 в домашнем матче с Фенербахче. Хозяева в начале второго тайма дважды поймали гостей на быстрых контратаках и реализовали два выхода 1-1. Через несколько минут Рен должен был забивать и третий гол, но не воспользовался своими шансами и тут же за это был наказан. У Кахвиджи получился очень точный удар из-за пределов штрафной площадки. Мяч угодил точно в ближний верхний угол ворот Манданда. В концовке матча французы остались в меньшинстве и умудрились заработать пенальти в свои ворота в уже добавленное арбитром время и упустили победу, которая была фактически у них в кармане. Смотрим последние игры соперников. Рен не проигрывает последние 6 матчей. В последних 4 домашних матчах Рен забивал своим соперникам не менее 2 голов за игру. 8 из последних 10 матчей Рена были забивными. Киевская «Динамо» проиграл 8 из последних 10 своих матчей. 8 матчей «Динамовцев» были нулевыми. Самый популярный счет 1-0 встречался 4 раза. Прогноз на исход матча. Фаворитом здесь идут хозяева. Киевская «Динамо» сейчас переживает очень сложный период. Этот матч должны бы выиграть хозяева. Однако у гостей достаточно, в принципе, мастерства и класса, чтобы удивить французов. С учетом коэффициентов, наверное, логично взять все же плюсовую фору на динамовцев. Киев хоть и проиграл 8 матчей из последних 10, но половина поражений были с разницей всего в один мяч. Тотал голов. Киев последние 2 своих матча сыграл на 1-0. Рен не отличается от надежной такой уж защиты. Как правило, французы и забивают, и пропускают. Такая игра имеет больше шансов получиться результативной. В последних матчах Луческо подтянул свою команду и похоже, что динамовцев должны вот-вот выйти из затяжной функциональной ямы. Потенциал у команды безусловно имеется. В 3 из последних 4 матчей Киев забивал, но 3-жды проиграл. Скорее всего, мы увидим в предстоящем матче не менее 3 голов. Обе забьют, да нет. У Рена 80% матчей забивные. Логично ждать, что и предстоящая игра получится забивной. На нулевой матч дали невысокий коэффициент, это еще один повод, чтобы взять вариант забивного матча. Подводим итог. Ожидаемый вариант — победа гостей с форой плюс 2, коэффициент 1.28. Оптимальный вариант — обе забьют, да, коэффициент 1.95. Доходный вариант — тотал больше 3.5, коэффициент 2.89. Как оно будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.